божественное действо, особенно если оно происходит в божественном театре, рождает желание. Может быть, оно и суетное, может быть, оно и такое человеческое, которое далеко от тех небожителей, которых мы видим на сцене, заглянуть за эту сцену, узнать, что же там за зеркалью происходит. Но нам, обывателям, такое счастье выпадает редко или никогда. Сегодняшняя встреча – это встреча с книгой, это встреча с людьми, это встреча надежды на то, что нам удастся, благодаря божественному действию в божественном театре и божественному слову, которое появилось в этой книге, узнать чуть больше, не все, конечно, далеко не все, но чуть больше, чем знаем мы обычно о той жизни, которая проходит вокруг нас. Большое спасибо Народной артистке России Галине Тимофеевне, что она допустила нас в свое сердце. Марии за то, что она позволила презентовать свою книгу именно у нас. И всем вам большое спасибо за то, что вы сегодня у нас в гостях. Мы надеемся, что эта встреча действительно будет доброй, домашней отчасти, не той высокопарной, которая всегда имеет отношение к Галине Тимофеевне, но той дружеской и повседневной, о которой мы мечтаем. Меня зовут Людмила Игоревна Николаева, я директор того архива, в гостях которого вы сегодня оказались. И когда закончится наша встреча, если у кого-то из гостей будет желание познакомиться с архивом поближе, я представлю вам тех людей, которые вам помогут это путешествие здесь совершить. А сейчас начинаем нашу встречу, начинаем наш вечер и первый день, извините, день. И первый человек, которому мы представляем слово, это представитель издательства, выпустившего книгу, к которому имеют наши гости отношение, это Ирина Васильевна Маленкина. Пожалуйста, Ирина. Спасибо, неожиданно, что именно Педу не предоставили слово. На самом деле инициатива и основная заслуга в издании этой книги принадлежит Марии, автору книги, ну и, конечно, Галине Тимофеевне, которая согласилась общаться, согласилась поделиться своими воспоминаниями с Машей, как с автором этой книги, с Марией. Да. Книга, безусловно, интересна, уже получено много отзывов об этой книге. Те, кто не знает, могут приобрести у нас в издательстве. Мы тут оставим листовочки, можно будет позвонить по телефону и, значит, приобрести. Вот. Либо Мария расскажет, где еще можно ее купить, через интернет-магазины. Ну, много других возможностей. Ну и также приглашаем к сотрудничеству всех, кто захочет издать книгу. Приходите к нам в издательство «Место в истории», мы всегда рады. И сделаем еще одну презентацию какой-нибудь очередной книги. А сейчас я хотела бы поздравить эти цветы героиням сегодняшнего вечера. Спасибо большое. Перевести на язык слова те движения души, память сердца, те чувства и эмоции, которые не всегда и не каждому становятся доступны, но автору это удалось. Мария Сергеевна Вернер. Да. Здравствуйте еще раз, дорогие уважаемые люди. Я совершенно не знаю, что должен говорить человек вот в такой ситуации, в которой я оказалась. Поэтому я буду говорить спасибо. Хочу сказать спасибо в первую очередь этому серьезному, очень нужному дому и его хозяйке, и Анжелике, и Егору Михайловичу за помощь. Большое спасибо издательству «Нестор История» в лице Ирины Васильевны и дизайнера Марии, которые, в общем, с большой душой трудились над книжкой,
Спасибо двум замечательным спонсорам, которых сегодня здесь нет, но они вообще есть, благодаря которым эта книжка увидела свет. По поводу средств хочется сразу сказать, что все средства, которые мы получим с реализации наших книг, будут переданы в благотворительный фонд. Благотворительный фонд надежный и проверенный, который больше 10 лет занимается онкологически больными детьми. Большое спасибо всем родственникам, коллегам, друзьям, которые поддерживали, ругали, критиковали, отпускали с работы. И большое спасибо Галине Тимофеевне, конечно же, за неслучайные случайности, за ответы на вопросы под вопросами, и еще за многое-многое, за большой-большой интересный диалог, который, собственно, и есть наша книжка. Я ничего не буду говорить про книжку. Я подготовила маленькую видеопрезентацию, сразу хочу попросить прощения за ее техническое несовершенство, в которой о книжке будут говорить те, кто ее уже прочел, люди абсолютно разных профессий, возрастов, убеждений, даже так я бы сказала. И еще в презентации есть небольшие фрагменты из интервью с Галиной Тимофеевной. Пожалуйста. Мы с Марией Сергеевной думали, кто же будет выступать, какой последовательность. Вчера вечером Мария Сергеевна говорит, нет, Галина Тимофеевна выступать не будет. Я вас уверяю. Сердце поэта должно запеть в какой-то момент. Предоставляю слово поющему сердцу. Вы знаете, я действительно собирался вступать по той причине, что Мария Сергеевна мне сказала, что, может быть, вы что-нибудь скажете. Но я поняла, что мне сказать нечего. Все, что я хотела, что у меня в какой степени болело, я вот пыталась в диалоге объясниться. Поэтому мне вроде и нечего. Но я сейчас увидела ролик. Это для меня было неожиданностью. Я, во-первых, не понимала, каким образом вы могли в такое короткое время сделать этот ролик? Я не понимаю. Потом, я много чего не понимала. Наша встреча, которая случилась, я не знаю, как она случилась почему-то. Она была не очень складной поначалу, по той причине, что встретились поколения разные, разное возраста, разное восприятие жизни. Очень трудно было как-то вот друг к другу, если можно сказать грубым словом, притереться, что ли. То есть я хотела понять, что от меня хотят. И у меня все время держалось в голове, если что-то хотят, то они, наверное, то, что они хотят, они от меня, может, и не получат. Я все время была как на уровне бежать. И первые слова, которые мне сказала Мария Сергеевна, ну давайте поговорим. Я говорю, а про что я о ком? Я увидела у нее в глазах такой вопрос, испуг какой-то, и я поняла, что мне больше не надо задавать вопросов. Я говорю, знаете что, если мы с вами встретимся, то давайте будем говорить о людях настоящих, хороших. Если мы эту проблему решим, тогда, может быть, встретимся. И еще я вообще ставила условия, почему не знаю, но ставила их. Я очень редко их ставлю, но тут ставлю условия. Потому что я понимала, наверное, где-то внутри, простите, что я сейчас так подробно, потому что это имеет смысл. Я поняла, что мы встречаемся два поколения. Мы можем о чем-то, наверное, и не договориться, может быть, поспорить, может быть, что-то отрицать.
И поэтому у меня были условия. Если мы будем говорить, она говорит, давайте будем разговаривать. Я приняла эту форму. Она мне где-то была по душе. Я говорю, ну хорошо, будем разговаривать. Я диктофон, да? Да, диктофон. Я не люблю диктофон, я не люблю вот это. Я ношу сейчас с тобой, она меня приучила. Я ношу. Диктофон не люблю. Но я много чего не люблю. Но это не значит, что это не нужно времени. Я знаю, что 21 век, это я понимаю, что вот это хорошо, я понимаю. Я понимаю, что молодые – это тоже хорошо. Я встречаюсь с молодыми, и я с ними сотрудничаю, мне очень нравится. Но бывает, что мне не нравится, но это дело вкуса. О вкусах не спорят. Вот, но, понимаете, принципиально мы должны были договориться, чтобы понять друг друга. Я говорю, хорошо, будем договариваться. Значит так, у меня к вам просьба, если я буду говорить в диктофон, тогда я вас очень прошу об одном. Я, может быть, буду говорить коряво, малоинтересно. Но Бога ради, ничего не менять. Потому что они, вот те, о которых мы будем говорить, о которых я знаю, они никогда не лгали. И я бы не хотела, чтобы меня как-то так немножко подкрасили там, понимаете? Поэтому вот я какая есть, такая есть. Да, косноязычно, да, я плохо говорю, неважно. Это меня простят, но другого мне могут не простить. Это было и условие. И меня Мария Сергеевна удивляла. Я, во-первых, говорила о том, что, вы понимаете, наш театр – это не лучше, не хуже, друг. Он другой. Она тоже вопрос, какой? Вопросы ко мне всегда были обращены неожиданные. Иногда ставили меня в тупик, иногда не могла что-то ответить. Ну какой? Я говорю, божественный. Опять я видела выражение ее лица, там было много вопросов. Вопросов много-много. Мы расставались. Потом возвращались. И наши диалоги шли непрерывно. Вот как мы начали, так они никогда не прерывались. И я понимала, что вот с ней, наверное, мы, может быть, договоримся до конца. Это, наверное, случилось, потому что каждый раз при любой встрече я ощущала, что диалог не сначала начался, а он продолжался, было движение. Вот журнал даже называется «Движение жизни», там она двигалась вперед. И была какая-то внутренняя установка. Я понимала, что она от меня хочет, что хочет, понимала. Иногда я не смогла ответить на ее вопросы. Иногда она меня поражала, и я удивлялась очень какой-то радостью. Я говорила прозой, диктофон. Она вдруг говорила, продолжала мою мысль стихами. Я так не умею. Опять я была как-то в каком-то неудобном положении. Но я не могла ответить ими. Я не владею этим. Мария Сергеевна, и сейчас она меня удивила. Вот этим роликом. Я в нем выступала действительно. Все, что возможно, я уже там сказала. Но удивило тем, что я говорю, у меня к вам такая просьба еще одна есть. Она говорит, какая? Можно без фотографии вообще? Мне казалось, что фотографии, ну я человек не пишущий, но кое-что читающий, что они немножко меня уводят от смысла. Они показывают фотографии мне, я ухожу вот и теряю нить этого смысла. Ну, она не возражала, но я понимала, что она настаивает над этим. И вот сегодня, вот сейчас, я действительно поразилась тем, что, знаете, вы были ведь правы. И правы потому, что когда я книгу эту получила, я посмотрела, я тоже где-то волновалась, думаю, зачем фотографии,
ну, на одну, две, там, три, там, вот, а зачем? Ну, потом я поняла, что они, оказывается, фотография может мой смысл, который, допустим, я что-то имела в виду, не то, что подтвержит, она это фото подтвергает. Подтверждает, да, подтверждает. Она, наоборот, как-то отвечает мне, у нее идет диалог с этими людьми. И вот сегодня, когда я увидела, Боже мой, я еще раз прошу извинения. Я еще, потому что я была так неправа. Я так много, она мне очень много открыла. Понимаете, она ведь, ну, мне немножко было не очень уютно с вами, потому что вы младше меня целую жизнь. Она всегда приняла подготовленный, и она больше меня знала. Я это понимаю, что она так изучила Александринку. Я не понимала, откуда идет время. Она знала не только Александринку, и это я понимала. Я понимала, что это профессионал. Когда меня спросила, я у нее спросила, а скажите, вы что вообще-то, у кого вы учились? Один раз был вопрос, она мне так ответила, что я больше не спрашивала. Я ощущала эту волю, эту силу, эти намерения. Это не любопытство, а интерес. Интерес поколения, которое младше меня намного. И поэтому сегодняшние вот эти фотографии, которые я первый раз увидела, вообще я даже не знала, что это будет ролик. Я понимала, вот я сейчас поняла, знаете что? Я понимаю, там качество, да, бог с ним качество. Качество тоже важно, очень важно качество, но какое есть? И качество нормальное. Нормальное качество, прекрасное, есть мысль, смысл есть. И смысл побеждает, мне кажется, сердце, и смысл побеждает все. Я увидела эти фотографии, эти не лица, а лики. Это божественное что-то было. Понимаете, это божественное, сколько там было силы духовной, внутренней, сколько было у них свободы, сколько было у них как независимости, сколько у них было добра. Вы знаете, вот меня это очень поразило. И вы прошли через не только этот прошлый век, который я застала, к своему счастью, я застала его. Он мне многое дал, этот век. Много объяснил этот век. Вот эти люди прекрасные, у них красота божественная. Она не просто красота. Она божественная. Они излучали какие-то лучи, которые нас всех делали немножко талантливее, немножко лучше, немножко умнее, немножко, ну просто давай нам надежду. От них ушел какой-то свет, Божий свет. Вот потому они божественные. Поэтому и театр божественный, он не лучше, не хуже других, он другой. Его нельзя воспринимать, ну он другой, и все. Ему, например, 260 лет. Это сколько же поколений прошло через эту сцену? Чего же они приходят себе, и каждый из них, что они оставляли? Они оставляли самое прекрасное и дорогое. И я увидела другое поколение, 90-е годы, вот сейчас. Они были обозначены. Времени нет. Я поняла, что было 14 минут. Как можно за 14 минут вот эту мысль протянуть изначально до конца, с чего начинался наш разговор. И я поняла, что вот эти люди, этот век 20-й, это эти 90-е, страшные 90-е, которые все буквально переломали.
Но не важно. Все равно эти люди выйдут. Знаете, и потом вдруг молодое поколение, молодое, современное, сегодняшнее поколение, и они все почему-то похожи. Мне показалось вот сейчас. У них есть что-то общее. Я подумал, что же у них есть общее у этих людей? Господи, лица тоже имеют какое-то отношение к ним, к тому веку. И они все, как будто бы они какие-то родственники. Вот вы для сегодня мне открыли это. Думаю, они же похожи. Господи, а что же я возражала-то? Зачем же это я делала? Я ничего не понимаю вообще в этой жизни, конечно. Я много чего не понимаю. Но, понимаете, вот эти открытия, у меня все время были открытия. Вы меня стали положить, что я все время что-то открывала, удивлялась, что-то где-то я внутри негодовала, думаю, что же такое? Я видела вообще образованные люди. Удивительное поколение. Только, наверное, надо на него посмотреть. И вы мне дали мне эту возможность сегодня. И мне так прекрасно, я вам благодарна, что я поняла, что у них общее. У них общее, наверное, служение, бескорыстное служение людям. Понимаете? Это прекрасно. У них, наверное, общее это... У них поющие сердца, как говорил Ильин. Самое прекрасное, что есть в жизни, и дорогое, это поющее сердце. Вот это, наверное, общее. Потому-то они мне очень близки как-то и дороги. И вы в этом меня убедили. И последнее, что я сказать должна, что когда мы с вами прощались, то есть наш диалог окончен, я сказала, вы, между прочим, так, мне вслед, в спину почти. Я помню эту фразу. Вы сказали, а вот я так с ними жила, с этими людьми, что они мне стали родными. Спасибо вам за эту фразу. Это все, что требовалось. Значит, связующая нить, как говорил Александр Пушкин, не должна прерываться. И она не прервалась. Вот за это вам спасибо огромное. И за сегодняшний этот ролик, который я ничего не ожидал, он прекрасен. Вас вот поблагодарить за то, что вы вернули нам память. У человека все можно отнять, но только не память. И эту память пропустили через свое сердце. И, в общем, я хочу поблагодарить всех сегодня. Хочу поблагодарить вас. Спасибо вам большое, огромное спасибо вам, Людмила Игоревна, что вы сегодня нам вот устроили этот праздник в вашем прекрасном доме. Это хранилище памяти. Это дорогого стоит. Я хочу поблагодарить вас. Если бы не вы, то у нас не было вот этого ничего. Естественно. Спасибо вам, Ирина Васильевна. Я просто, к сожалению, мало знакома, но я все равно чувствую, что вот что-то, вот поющие сердца чувствую. Спасибо всем, кто пришел сегодня, потому что они тоже разделяют, значит. Хочу сказать им большое спасибо и всем тем, кто это делал, выполнял. Это очень, наверное, большой труд. Я не знаю этого труда. Но я ощущаю, что это очень большой труд. И он сделан с любовью.
И всех этих людей объединяет одно слово – любовь. И вот это самое главное. Спасибо вам. Я знаю, что среди людей, которые объединены любовью и объединены таким добрым, нежным отношением к Галине Тимофеевне, к воспоминаниям, связанным с театром, ко всем составляющим жизни театра, и к еще одной ипостаси в жизни Галины Тимофеевны, это художественный руководитель театра «Ковчег» Людмила Николаевна Манунина. Как ответственно. Я хочу поблагодарить Галину Тимофеевну и Марию Сергеевну за эту замечательную книгу, которая для меня стала сейчас в прямом смысле спасительной, потому что то испытание, которое выпало, так скажем, на мою долю, которое проходить было не так просто, и не валидол и корвалол был нужен, а вот эта книга, прочитанная залпом за один раз, в которой была такая помощь из того, о чем говорилось в этой книге, что, наверное, как-то все встало на свои места и стало понятно перспектива, дорога. И я понимаю, что в сложных ситуациях, которые, конечно, будут случаться в жизни, это вот надо, чтобы, как, так скажем, скорая помощь, как вот эта аптечка домашняя, была просто под рукой, и можно было еще раз залпом за 2 часа перечитать, вдохнуть, выдохнуть и пойти дальше. Поэтому я бесконечно благодарна и признательна вам. Когда весной был творческий вечер Галины Тимофеевны, что-то из этих, какие-то истории, мне так хотелось тогда запомнить, но все сразу не уложится в голове, и теперь есть возможность читать, перечитывать, чтобы все это было в памяти, чтобы это никуда не ушло. Галина Тимофеевна, Мария Сергеевна, вы люди, на которых держится мир. Я бесконечно рада встрече с Галиной Тимофеевной. Это из разряда вот моих личных чудес. Потому что если бы не вы, я не знаю, как бы сложилась судьба нашего маленького театра «Ковчег», которому нашлось место в этой книге. И я понимаю, что вы сейчас задали нам такую планку, и надо держаться, нужно находить силы и не изменять выбранному пути. Надо идти по нему. Поэтому благодарю вас, поздравляю всех нас с этой книгой. И еще после ролика у меня возникла такая мысль, я думаю, как было бы замечательно, если бы еще по этой книге был снят фильм и записана аудиокнига, чтобы можно было еще и смотреть, и слушать. Спасибо вам большое. Проректор Университета технологии управления и экономики Геннадий Александрович Костин. Но думаю, что он с удовольствием скажет свои слова. Спасибо большое. Действительно волнуюсь как студент, который сдает впервые зачет. Да? Очень здесь душевная домашняя обстановка. Я, конечно же, хочу высказать прежде всего слова благодарности от руководитель нашего университета Виктор Андреевич Гнеко, вот, был и в ролике, и в достойном произведении нашлось место нашему университету и его основателю, руководителю. К сожалению, он сейчас болен, находится в Германии. Вот. Но я думаю, если бы позволяло, он, конечно, находился здесь. Потому что Галина Тимофеевна и Виктор Андреевич – это друзья. Да? Я, к сожалению, не могу похвастаться, что я знаком с Галиной Тимофеевной продолжительное время, но тот короткий промежуток времени, за который мы знакомы, да, в университете я с 2010 года, вот, я хотел бы высказать действительно слова благодарности, прежде всего, Галине Тимофеевне. Вот, за что? За то, что вот главное достоинство нашего университета – это студент. Да?
создавался в 90-е годы. Это очень сложные годы, судя по ролику, действительно. Вот в это сложное время был образован наш тогда еще институт, потом академия, университет. Вот, прошли все сложные вехи. Вот. И Галина Тимофеевна всегда так трепетно выступает перед студентами, вот, передает свою душу. Ну, вот сегодня она также выступала искренне, но доходит, ее слова всегда доходят до сердца. Студенты, их очень сложно, молодое поколение студентов, их очень сложно чем-то подкупить. Они всегда фальшь чувствуют всеми фибрами души. Да? Поэтому, Галина Тимофеевна, большое вам спасибо за вашу искренность, за вашу доброту, за то, что вы всегда с нашим университетом близки, участвуете в наших мероприятиях. Мы стараемся проводить, чествовать наших выпускников, которые отличников. Это в замечательных, в нашем городе очень много замечательных, красивых дворцов. Вот. Сегодня мы находимся в замечательном здании, я тоже хотел вам благодарность, хотел руководителям. Вот. И особые слова Марии Сергеевне. Да, действительно, большое вам спасибо, что замечательное произведение на одном дыхании читается. Даже я скажу прям, как это действительно у вас талант, вот, выдержан стиль, начиная от ролика, заканчивая книгой, как-то так есть единая красная нить. Поэтому я еще раз от всего университета, от руководства, от замечательных наших студентов высказать слова благодарности. Большое спасибо. Спасибо. Можно я буквально одно слово, если вас можно? Да, пожалуйста. Я очень благодарна, что вы пришли в университет управления экономики. Вы знаете, благодарна потому, что Гневков Виктор Андреевич, вот я знаю, что многие, я почему хочу сказать, я не могу его не вспомнить сейчас, я просто его не вспоминаю, а просто помню всегда. Это он создал этот университет в годы 90-е. По-моему, в 10-м году я прочла книжку его, такую толстую книжку, которая называлась «20 лет на службе Отечеству». Это были те годы, когда Россия разрывалась на части, а он собирал эту Россию с молодыми людьми. И сейчас, вроде бы, сколько лет университету? Если в 10-м году было 28 лет. Причем это не просто, это невероятная личность. Я думаю, он сейчас немножко прихворнул. Он бы пришелся обязательно. Он не мог бы не прийти. Молодежь, поколение идет, понимаете? Он бы обязательно пришел. Но я уверен, что он вернется. Он вернется обязательно, потому что невозможно жить без него. Такие люди не должны, они должны возвращаться всегда, понимаете? Это Савва Морозов наших дней. Много ли в России Савва Морозовых? Их они есть наверняка, но я их не думаю. Таких очень немного. 28 лет служить этому делу бескорыстно, отдавая всю свою любовь своим студентам. Боже, как они были устроены, какие вообще общежития, когда была разруха, вот сейчас я видел кусок, разруха, что там было. Мне студенты говорили, мы живем как у Христа за пазухой, нас кормят, нам общежитие дают, нас посылают за рубеж учиться, мы знаем языки, учись только, какие, значит, у него кадры, вы понимаете? Это удивительная личность, у него филиалов его сейчас по России, от Якутска до Калининграда, 14-15, я уже не знаю, дело не в этом, не в цифре, но это все, это ну, знаете, сердце такое, щедрость и любовь, я не знаю, я просто не понимаю, как это можно, ну вот такие люди, я думаю, что все, они всегда возвращаются. Спасибо, что вы пришли, я очень рада вам. В каждой книге обязательно есть рецензия. И сегодня здесь присутствует, и мы предоставляем слово Елене Сергеевне
Бердниковой, которая была рецензентом этой книги. Хочу вам сказать, что вот, когда мы все собирались, то Галина Тимофеевна и Марья Сергеевна, мы стояли там и ждали всех гостей, и больше всего было волнение о том, что придет рецензент и придет критик. У нас есть и тот, и другой. Но мы надеемся, как и всякие люди, ну, особенно которые создают домашнюю атмосферу, да, что все эти слова будут благожелательны. Всех с выходом такой замечательной книги. Сейчас их немного, к сожалению. И поблагодарить Марию Сергеевну и Галину Тимофеевну за эту книгу. Когда я ее читала неоднократно, у меня все время всплывали лермонтовские строки. А душу можно ли рассказать? И оказывается, можно, если искренне и ненавязчиво, если с любовью и большой ответственностью перед всем и вся, если главными ценностями жизни были и есть, как говорит сама Галина Тимофеевна, уважение к себе, отечеству и людям. Если вы меня спросите, кто не читал, о чем эта книга, я, не задумываясь, отвечу. Это уроки нравственности, так необходимые нам сегодня, без наседания и наставления. Просто, как сказала... точно очень сказала академик Груздева, начинаешь мерить собственную жизнь по жизням тех людей. У меня не случайно в руках книга. Откройте любую страницу ее, и вы непременно найдете что-то очень важное и значимое для себя. То, что заставит вас задуматься и примерить на себя. Ну, например, диалог Марии Сергеевны и Галины Тимофеевны. «Я очень верю в людей. Не могу не верить», — говорит Галина Тимофеевна. «Они мне много дали. Они меня спасали. Чужие абсолютно». «Наверное, были другие?» «Наверное, но я их не помню». «А вы умеете прощать?» «Трудно. Стараюсь». Или вот первая встреча Галины Тимофеевны со Скоробогатовым. Он был председателем дипломной комиссии на дипломном спектакле курса Галины Тимофеевны, когда они делали «Таланты и поклонники» играли. По окончанию спектакля пришел за кулисы, растроганный, и сказал: «Видите, я плачу, но это не значит, что вы совершенны. Вы хорошо работали, но вам еще многому надо учиться». Сказал и ушел. Но дал главное напутствие в жизни. Надо многому учиться. Чему? Ведь и так заставили плакать. Заставили плакать мастера. Значит, сыграли не просто достойно, а мастерски, наверное. Но это главное напутствие услышала Галина Тимофеевна и воплотила, и воплощает в жизнь. Низкий вам поклон за это. Что услышала не только она одна. Услышала целое поколение. Вот, наверное, поэтому они не страдали ни самомнением, ни самонадеянностью. Прочитайте, как ушел со сцены сам Скоробогатов. Ни тем более самовозвышением. К сожалению, так свойственное молодому и не совсем молодому поколению. А ведь еще в 19 веке протоиерей Иоанн Восторгов писал: «Самомнение – враг духовной жизни человека.
чем оно искреннее, то есть чем больше человек сам верит в свои заслуги и достоинства, тем оно опаснее и гибельнее. И вот эта книга тоже предостерегает от этого. Спасибо вам. Помните слова нашего ленинградца, который сказал: «Ленинградец – это национальность». Андрей Битов. И второй великий человек, академик Лихачев, утверждал всегда, где бы он ни выступал, что культура – это память. Я думаю, вот в этих двух цитатах и есть характеристика этой книги. Ленинградец. Перед вами стоит ленинградка в девятом поколении. Научилась я не у своих бабушек, не прабабушек, а в очень голодные годы, потому что 50-е годы, там 46-й, 47-й, когда я чего-то уже стала соображать, папа каждый свой выходной день, а он был у него один в неделю, брал меня за руку, и мы шли вот в этот театр. Я считаю, что первая и одна из главных школ моих – это Александринский театр. Благо, мы рядом жили. Всю классику я перечитывала после того, как я смотрела спектакли этого театра. И ты, простите, вы, Галина Тимофеевна, все время говорите, я не знаю какой, но он божественный, а я знаю какой. Именно в этом театре мы все наше поколение учились жить с честью, достоинством и понимать, что такое хороший поступок и что такое плохой поступок. Только великие актеры, даже в плохой драматургии, могут донести: жизнь человеческого духа всегда-то была искренняя. И на мое счастье, когда я стала журналистом-театроведом, меня «Ленинградская правда» прикрепила к Александринскому театру. И я вам могу сказать, что даже уже когда они уходили, вот эта вот жизнь человеческого духа, она поднимала. И самое последнее. Большая переменка о культуре и образовании существует 20 лет, в марте будет. За эти годы из 700 школ, ну, если не в 500, я побывала. Я встречаюсь с педагогами, старшеклассниками. И очень прошу их ходить в театр. Ибо театр – это есть школа. Спасибо вам большое. Хочу рассказать тем людям, которые пришли к нам в гости, вот дважды уже, по-моему, прозвучала мысль о том, что ничего не остается от актера, остается память, остаются документы, остаются свидетельства, фотографии, остается то, что сейчас тронуло даже неожиданно для нас, да? Остается то, что должно оставаться и передаваться следующему поколению. Я тоже глубоко уверена в том, что молодежь всегда очень остро чувствует фальшь. А документы, они не врут, они говорят правду. Здесь не нужно ничего подтасовывать, нужно взять, вникнуть и поразиться. Поразиться чистоте или нет. Поразиться гармонией или нет. Поразиться искренности
или не совсем. Но все это можно увидеть в документах. Я очень благодарна моим коллегам. Сейчас здесь присутствует председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Сергей Александрович Соколов. Я очень благодарна благожелательному отношению к архивам нашим и к нашему в частности. Я благодарна, что те новации и порывы, которые часто исходят незапланированными от нас, все-таки он вникает, слышит и помогает нам продвигать эту жизнь. Спасибо вам, Сергей Александрович. Хотя я знаю, что ношу чаще всего головную боль. Это я знаю. Ну что поделаешь. Здесь присутствуют директора наших архивов, потому что, может быть, кажется, что их немного. Да, их много, у нас 7 городских архивов, которые рассказывают про нашу жизнь. Здесь есть Ирина Борисовна Шелухина, которая возглавляет архив исторический. Здесь есть Светлана Артуровна Агарина, которая возглавляет архив научно-технической документации. Здесь есть Лидия Сергеевна Легкая, которая возглавляет архив ликвидированных предприятий и организаций. То, о чем мы сегодня видели, разруха 90-х годов, когда все рухнуло, когда ничего нет, когда люди сейчас мечутся для того, чтобы подтвердить свой стаж и свою заработную плату для оформления пенсии. И все они идут к Лидии Сергеевне. Она нашла возможность продвинуть эту тему, развить ее и быть внимательной и чуткой ко всем людям, которые оказались в этом непростом деле. Поэтому так сложилось, что мы познакомились с Галиной Тимофеевной, когда вместе обсуждали презентацию другой книги. Книги, посвященной Игорю Олеговичу Горбачеву в Театральной библиотеке. Сейчас за вами эта выставка, посвященная Игорю Олеговичу. Светлана Алексеевна Литвинова, которая присутствует здесь и является куратором этой выставки, затем для желающих проведет экскурсию и расскажет об этих документах, об этом человеке, поскольку он свои документы, и не только документы, а некоторые экспонаты музейные, можно сказать, сдал к нам. И мы сейчас можем эту жизнь, эту биографию представить наиболее полно по документам. И познакомившись там, мы вот как-то, я не знаю даже почему, но как-то получилось так, что мы вместе. И слава Богу, что мы вместе, и пусть это будет и в будущем тоже. Поэтому обращаюсь ко всем. Если у вас есть документы, есть личности с такими документами, которые могут оставить потомкам историю о себе, о времени, о нашем городе, если эти документы значительны и важны, то знайте, мы в архивах будем рады видеть эти документы в своих фондах. Это очень и очень важно. Благодарю всех за участие. Хочу закончить. Я вижу, что многие из вас с цветами. Я думаю, что у вас будет возможность личного подхода к каждому из героев. Но хочу свои цветы отдельно, да? Потому что, заканчивая эту тему и вообще это обсуждение, сейчас вот такое официальное, я хочу сказать, что в книге звучит такая мысль. Просто быть человеком. Очень трудно быть человеком. А тем более архитрудно быть человеком с обнаженным, оголенным, поющим сердцем. Поэтому пусть эти сердца поют дальше. Пусть мы будем тем хором, который будет подпевать этим сердцам, и будем стараться помочь им во всем, что будет в их жизни связано. Правда?